Дагестане продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда». Проект предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более 1000 человек. На финансирование мероприятий в Дагестане запланировано 700 миллионов рублей, 78 из которых выделены Дербенту. В Дербенте в эту федеральную программу на нынешний год включены 2 парка, а также 8 многоквартирных домов и территорий. В список на благоустройство в первую очередь были включены дома, построенные в середине еще прошлого века и имеющие наибольшую изношенность. Работы по благоустройству придомовых территорий начались после утверждения дизайн-проектов, и в соответствии с пожеланиями жильцов домов во дворах будут оборудованы парковочные места для автомобилей, детские и спортивные площадки, установлены беседки, скамейки и урны, а также посажены деревья. Дома и придомовые территории, которые имеют меньшую изношенность, будут благоустраиваться в 2018 году.